На улице летний зной, но уже в эту пору коммунальщики готовятся к холодам. К отопительному сезону в Ульяновске меняют километры теплосетей. В Засвиярском районе на улице Севастопольской рядом с гимназией номер 34 прокладывают новую трубу. Здесь производится работа по замене участка трубопровода порядка 300 метров диаметром 620 миллиметров. Вкладываются коммуникации в современную новую тепловую изоляцию, предизолированные трубы так называемые, что позволит повысить срок службы трубопровода более 50 лет. Работы на этом участке начались сразу после окончания отопительного сезона. Энергетики планируют завершить работу к 1 сентября. И не только проложить трубопровод, еще и облагородить территорию. Губернатор Алексей Русских проверил, как идет прогресс на этом объекте. Да, каждый год по несколько раз ремонтировать, конечно, явно неудобство для жителей, поэтому, я думаю, абсолютно правильное было решение, что весь участок поменять. Никаких простоев и опозданий по срокам нет. Министр ЖКХ и строительства ознакомлен с графиком работ. В графике подрядчик организовал, он на нескольких участках здесь работает, мы постоянно инспектируем. Нареканий нет, качество хорошее. В этом году ульяновские энергетики планируют заменить порядка 11 километров тепловых сетей разного диаметра. В модернизацию системы теплоснабжения в этом году вложено более 1 миллиард рублей. Виктория Черкова, Олег Тоньшин. Улправда ТВ.